Итого, если не считать омывайку, не считать торт, колбасу и кока-колу, на все про все ушло 5120 рублей. Я считаю, за офигенное блюдо из мяса по названию Асабука и за офигенную шаурму в нескольких исполнениях очень хорошая цена. Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Сделаем Асабуку. Что такое Асабука? Ты что, серьезно? Конечно, ты же давно мечтал Асабуку сделать. Блядь. Это итальянское название имеет перевод как «кость с дыркой». Так, у меня неравномерные кусочки мяса. В магазине было 4 вот таких кусочка и один вот такой кусочек. Поэтому я его сейчас обрежу. Смотрите, как нужно большой кусочек обрезать. Обрезаем вот здесь аккуратно по жилке, чтобы у нас получился красивый круглый кусочек. Ну, прям так легко берете, проводите ножом, и у вас все отходит. Отлично. У меня есть мука. Сюда засыпаем соль. Хорошо помешаем муку с солью. Мясо поперчите до того, как обваляете в муке. Кто-то добавляет перец в муку, но тогда он не отдаст свои ароматы. Каждый кусочек и хорошо обваливаем в муке. Не забудьте подписаться на канал Маэстро Барбекю, поставить лайк и напишите комментарий. Морковка у меня мытая. Порежем крупными кусками. Я не вижу смысла резать маленькими тоненькими кусочками. Я хочу порезать крупно и сделать настоящую мужскую асабуку. Лук режем также крупно, пополам. Вот эту луковицу просто на 4 части. Я очень люблю в бульоне перец, поэтому я возьму перчик. Я порежу большими кусками. Теперь сельдерей. Вот эти вот листочки убираем в сторону. Это все обдираем. И также режем большими кусочками. Берем масло, мясо, овощи и идем жарить. Прогреваем голландскую печь и заливаем масло. И кладем мясо. И отправляем вот эти кусочки. Еще часа два, и будет волшебство. Я пока жарю, вы поставьте лайк, а позже напишите комментарий. Готово. Начинаем делать бульон. Я вам не показал, что нужно еще 3 зубчика чеснока. Кидаем их туда в первую очередь. Сразу же кидаем тимьян. А вот теперь кидаем морковку. Тимьян я достану через пару минут. Теперь лучок. Как только лук начал поджариваться, отправляем сельдерей. Я люблю, когда много сельдерея. Хорошая карамельная корочка даст очень вкусный бульон.
И добавьте чуть-чуть перчика. Многие не добавляют перец в это блюдо, а я вот люблю добавить. Теперь убираем жар. Гриль остывает не так, как плита, чуть-чуть медленнее. Чуть-чуть еще обжариваем. И нужно, чтобы образовался бульон, поэтому сейчас добавлю чуть воды. Чуть-чуть воды для того, чтобы образовался бульон. И еще немного томим овощи. Мы жарили мясо, обжарили овощи, и вода растворила сейчас все на голландской печи, и образуется бульон. Прошло каких-то 5 минут, все хорошо обжарено, бульон получается отличный. Теперь хорошо посолить. И хорошо поперчить. Это блюдо любит перец. А сабука готовят каждый по своему рецепту. Это как домашний борщ, только у итальянцев это блюдо называется дырявая кость. Теперь выкладываем мясо. Почему дырявая? Вот тут мозговая косточка. И в конце у нас будет вот тут дырка, в которой будет костный мозг. Сейчас овощи сюда. Еще один. Теперь распределяем овощи примерно равномерно. Я не буду использовать вино. Я буду варить только на воде. Вода создаст чистый мясной и овощной вкус. Мне важно, чтобы вода выкипала, а я постепенно буду подливать. Вот оно, правильное томление асабуки. Сейчас еще чуть-чуть добавлю сюда. Вот так должна выглядеть настоящая асабука. Без всяких вин и приправ. Вот овощи, мясо, соль и перец. И больше нафиг ничего не надо. Дырявая кость готова. Сейчас чуть постоит, а я пока соберу, в чем делать. Подготовлю все для соуса и будем пробовать. Блин, запах слюни текут, это пипец. Первое, что я сделаю, это выложу мясо. Мясо нужно выложить очень аккуратно. Аккуратненько. Овощи убираем сюда. И кладем вот так кусочек. Я видел много видео, придумывают какие-то безумные соуса, но это не нужно для этого блюда. Для соуса я возьму овощи отсюда и бульон. Он насыщенный и вкусный. Еще чуть-чуть овощей. Или помните, как в биф-бургиньоне, сядьте на кухню и макайте туда хлеб. И будет вам счастье. Так, теперь порубим зелень. Тоненько, там тоненько-тоненько надо порезать. И пробиваем всю эту историю. Смотрите, соус можно сделать из бульона и овощей, а можно вытащить одни овощи, достать отсюда мозги и взбить. И тоже будет вкусно. Но мне нравится так. Теперь аккуратненько вот так раскладывайте. Чуть-чуть красного цвета. И, конечно же, посыпать зеленью. А пробовать не дают, блин. Стою сначала фото, потом видео, вернее, видео, потом фото, а потом Ваня пробует. А я голодный. Зато жена красивая. Так, ладно, давайте доснимаем, уже начнем съесть, блин, пробовать. Я весь день к этому шел. Мне кажется, вино тут лишнее. Вот такой рецепт самодостаточный. Просто концентрированный мясной бульон с овощами. И больше ничего не нужно. Важно долго всю эту историю томить. Да его даже резать не надо, ну развалили. Снова в гостях Брэндон Стоун, наш сосед. И любимый друг. Дамы и господа, Брэндон Стоун.
мой друг, пробуй. Что это? Это осабука. Дырявая кость в переводе с итальянского. Да. Суть такая, что в середине должна быть косточка, да, с мозгами, вокруг мясо. Чье? Говядина. Говядина. Ну что ж. Я хитрый, я специально дал ему ложку, видите, он просто ложкой справляется, ему не нужен ни вилка, ни... Тает во рту. Ой, как вкусно. Соусом. Да-да. Просто нежно, как говорит Тимати, сочно, мощно, очень нежно. Сочно, мощно, очень нежно. Нежно он не говорит, это... Шикарно. Класс. Просто. А ты ешь мозги из косточек? Я? Да. Давно не ел. Ну попробуй, ну, обратной надо частью. Зацепи. И 50 грамм. Поставь лайк, напиши комментарий и посмотри, какая она вкусная получилась.